успех, как бы. В итоге они дошли до финала. Неплохо как бы играли с нами, но мы просто сильнее. Медальку успели рассмотреть, интересно? Да, да, хорошая медаль, что ли. Вот, как могу сказать. Ваш первый медаль? Золотая? Нет, как, много медалей. Так... Вот. Но уже давно как бы ничего такого не выигрываю. Вот, как бы очень доволен. Ну, а вот то, что турнир прошел в зале, вот в такой атмосфере, насколько это было интересно? Ну, нормально, как бы, сейчас холодно, как бы, у нас такой климат, вот, поле хорошее, как бы, все для футбола, вот. То, что условия были хорошие, не играл, неплохо. А болельщики просто? Ну, спасибо болельщикам, конечно, пришли, поддержали в финале. На первой игре в финале было вообще очень много народу. Даже, может, не ожидали, что так и будет. Ну, точно. Поблагодарим их, конечно. Вот, как бы выиграли кубок. Это, я думаю, самое главное за нашу болельщику. Спасибо. А какие медали, которые вам нужны для вас? Что-то еще? Может, прошли они какой-то денежный? Нет, этот турнир, как бы, мы играли. Без денежного по турнирам, чисто за Россию, за сборную. Ничего такого больше нет. Тренер соперника обещал своим ребятам преподнести по бутылочке пива, вне зависимости от результата, насколько я понимаю. Вы хотя бы от какого-то вот такого символического презента от своего тренерского штаба не будете? Ну, да нет, Николай Николаевич сказал то, что как бы... Ничего такого не будет, у нас как бы сейчас предсезонка, все вернутся в свои клубы, вот надо готовиться к сезону. Сезон еще не закончен, как бы третий этап у нас в России. Ну, то, что все должны вернуться в хорошем состоянии, и физическом, и психологическом. Не рассчитывается, как хорошо на турнире выступив, приглашение получить, допустим, от премьер-лиги? Ну, не знаю, посмотрим, как бы. Это же не от меня зависит. Ну, может быть, что-то уже было. Может, да нет, пока еще ничего не было.